«Мама для мамонтенка» Дина Непомнящая. Отрывок читает Михаил Моспан. Дядюшка Мош очень удивился, увидев мамонтенка. «Кто это такой?» – спросил он. «Я детеныш», – сказал мамонтенок. «Я спал, потом проснулся, а мамы нет». «А как зовут твою маму?» «Мама», – сказал мамонтенок. «Тогда, дядюшка, можешь помнить, что давным-давно на севере было тепло, и там жили огромные звери, похожие на мамонтенка. Но они ушли в Африку, когда наступили великие холода». «Я тоже хочу в Африку», – сказал мамонтенок. «А ты не побоишься?» – спросил его Моша из Северного оленя. «Не побоюсь», – сказал мамонтенок. Тогда Моша подогнал к берегу большую льдину, а олень принес травы на дорогу. И мамонтенок поплыл в Африку к маме. По синему морю к зеленой земле, плывая на белом сурокабле, меня не пугают ни волны, ни ветер, только единственная мама на свете. Скорее до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей заключу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети.